Найдешь мне такси, и о проблемах забудем. Согласен? Да, но нет, я не могу, потому что такси мы отправили в пустыню. Извини, конечно, но ты водить умеешь? Что смешного? Ты знаешь, кто я? Я Эдди Маклуф. Вождение у нас в крови, так что да, я точно умею водить. Да у нее звук, как у гелик. На 99-ке нормально, все, что есть, выжимаем. Эта газель близко ни одну машину не подпустит, отвечаю. Вся бомба болтает. Ничего страшного. Уже завтра все об этом забудут. Незабываемо. И что нам теперь делать? Первым делом прокачать такси. Я больше не позволю себя так унизить. В этом положись на меня. Я знаю здесь лучшую мастерскую. Да? Можешь поверить. Поехали туда. Сестра? Ну да. Тебя усыновили? С чего ты взял? Да так просто. Привет. Привет. Ты ее хоть не сломаешь? Ты точно ее прокачаешь? А потом, может быть, я прокачу тебя по набережной. Может, твоя техника обольщения работает на парижанках? Но это Марсель. Если хочешь закадрить девчонку, придется разбудить фантазию. Освежу ее слегка. Завтра будет летать. Ну что, теперь, я думаю, заманухой это сработает, но это мы сейчас проверим. Поехали. Только давай без поехали, ладно? Ты давай это... Так, поехали. Обожаю этот звук. Пристегнись, рванем во всю силу. У тебя права есть? Что? Права есть у тебя? Да, да, есть у меня права. Права на автомат. Выходи, я пойду. А музыки нет? Какой-то диск тут 100 лет уже лежит. Шевроле. Весело было? Куда убегаешь так быстро? Думаешь, бесплатно было? Платно все. 500 рублей с каждого. Нет, откуда? 500 рублей есть? Нет. А что кататься залезет? Бесплатно. Видишь,
чудеса техники или такого? Чудеса техники? Такого не видели, да? Нет, умереть не стать, просто отпад.